Ситуацию с отоплением в поселке Вулканный возьмут под контроль. Такое распоряжение отдал Владимир Солодов участникам оперативного совещания в краевом правительстве. Губернатор подчеркнул, что необходимо избежать сбоев в работе местной котельной, которые были прошлой зимой. Тогда в течение 75 дней за три зимних месяца температура в домах поселка была ниже нормы. При этом котельная работала на 100%. Кроме того, на данный момент там отсутствуют резервные мощности. Даже работая в полную силу в штатном режиме, предприятие не в состоянии обеспечить жителей Вулканного теплом. А если что-то пойдет не так, то люди просто замерзнут. Словом, там нужен ремонт. Просто чтобы мы это делали не в отопительный сезон, когда понятно, что меры носят характер первоочередной, просто обеспечить температурный режим и надежность снабжения. А, что называется, заблаговременно, как раз вот сейчас тот период, когда и ремонтные работы, и пересмотр условий при необходимости энергосервисного контракта, ранее заключенного, должно быть сделано. Считаю, что по Вулканному задача, которой в том числе в ручном режиме нужно заниматься, чтобы его порядок привести. В остальном, как доложил краевой министр ЖКХ Александр Петеримов, приготовления к отопительному сезону на Камчатке идут в штатном режиме. До прихода холодов предстоит заменить еще 40 километров коммуникаций. Подготовка жилфонда, котельных, водозаборов и теплосетей находится на уровне от 50 до почти 90%. Кроме того, на данный момент на склады завезено около 50 тысяч тонн угля и 22 тысячи тонн дизельного топлива. Также продолжается завоз горючего в северные районы края. Пенжинский, Тегильский, Алюторский и Карагинский.